Управление труда и социальной защиты населения по Кашхабинскому району информирует заинтересованных лиц о принятии закона Республики Адыгея от 24 ноября 2015 года номер 479 о внесении изменения в статью 7.1 закона Республики Адыгея об охране семьи, материнства, отцовства и детства. В соответствии с законом с 1 января 2016 года предоставление единовременной выплаты в размере 50 тысяч рублей на третьего ребенка или последующих детей, родившихся усыновленных, начиная с 1 января 2012 года, или ранее многодетная семья не воспользовалась правом на получение единовременной выплаты, будет осуществляться не ранее, чем по истечении одного года со дня рождения, усыновления третьего ребенка или последующих детей. То есть в рамках норм закона право на получение единовременной выплаты возникает со дня рождения третьего ребенка или последующих детей и может быть реализовано не ранее, чем по истечении одного года со дня рождения, усыновления третьего ребенка или последующих детей. Срок обращения за установлением единовременной выплаты не может превышать 6 месяцев со дня исполнения возраста третьему ребенку или последующим детям одного года.